Сегодня, друзья, очередной маленький такой шажок к газификации моего дома. Маленький шажок длиной в 9 месяцев. Все эти машины, как вы думаете, где? Не угадали. Вся эта масса, растянувшаяся на сотни метров, сбившаяся в беспорядочную толкучку, буксующая в грязной снежной каше на обочине транспортного проезда, это все страждущие, мечтающие о газе. Это место офис Мособлгаза Воденцова. И такая картина в любой день. И летом, и, как видите, зимой припарковаться большая проблема. Сегодня я приехал для получения проекта газификации внутри участка и в доме. Заявку на проектирование подал в мае прошлого года. Оплатил 23 тысячи, и вот через 9 месяцев он, наконец, готов. Ну, вот такой объемный документ я получил. 30 листов. Что в нем? Сведения о проектной организации. Технические условия на подключение. СНИПы, ГОСТы и прочая белиберда. План газопровода по участку, комплектующие, трубы, муфты, краны, требования к соединению трубам, переходам, где и как должно размещаться оборудование. Требования к вентиляции, остеклению. План цокольного этажа и котельной. Планы требования к кухне. Схема газопровода и перечень оборудования и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком. В общем, много всего, о чем нам и знать не нужно. Я, конечно, ожидал, что мне озвучат стоимость работ, но не тут-то было. Это, оказывается, отдельный этап. Пришлось подавать заявку на проведение расчета, который надо ждать еще теперь 1 месяц. Интересно и другое. Срок действия настоящих технических условий 135 дней со дня заключения договора о подключении. А мы его заключили с Мособлгазом еще в декабре 22 года. Ну и продлевали его в сентябре 23 и в очередной раз сегодня. До сентября 24 года. С какой даты считать 135 дней, я, честно сказать, не понимаю. Вот такой результат посещения Мособлгаза. Знаете, иногда мне кажется, что этот процесс бесконечен, я имею в виду газификацию. И на какое время он растянется, даже не могу предположить. Год, два, а может 10. Такое впечатление, что у «Газпрома» задача подвести трубы к нашим заборам и отчитаться о выполнении государственной программы. А получили люди газ в дом или нет, на это им наплевать. Крутитесь как хотите. Всем удачи и бодрости духа.